Здорово всем. Вот такие винтажные напольнички. Вот, отреставрировали. Так, что я тут сделал? Я сделал грили, натянул ткань. Динамики родные остались. Высокочастотник и средне-низкий частотник. Все провода, все осталось внутри. Я ничего не трогал, ничего не менял. Только делал грили. Ну, либо в народе называемые решетки. Вот, также вот логотип навесил. Sharp. Такой он серебристого вида. Вот, также ткань акустически прозрачная. Вот, также внешний вид у них остался такой же. Ничего не переделал. Также поставил фазоинвертор, там почему-то дырка была, ну, от отверстия. Фазоинвертор поставил, стал как глубже бас. Не менял клеммы. Ну, просто провод родной остался. Также все родное осталось. Вон Made in Japan написано, все дела. Акустика Sharp. Поют они здоровски. Отыгрывают попсу, рок. Классику даже берут. Джаз. Отлично поют на лампе. Отлично поют на камне. Очень мощный, шикарный бас у них. Вообще очень мощный. Где-то 57 сантиметров. Так, вот, что по недостаткам, немного замятия вот здесь вот. Вот, ну это из минусов. Но так она, в принципе, не видно, если так вот сильно присмотреться, да, конечно. А так они великолепно смотрятся, отлично поют, не чита современной акустики. Дрова просто, современная акустика по сравнению с этими аппаратами. Причем очень хорошо на них слушать живую музыку, очень хорошо на них слушать также под лампу, джаз, классику, рок, который отыгрывают они неплохо. Даже мне очень понравилось, даже на малой громкости они отыгрывают неплохо бас именно. Не каждая акустика на малой громкости может отыграть именно бас. Ну и вообще громкость как бы обычно тонкомпенсацией, либо еще чем-нибудь там выравнивает, чтобы хоть как-то на маленькой громкости получить ну, вполне удобоваривую качество звука. Они хороши. Может быть, попозже даже сделаю на них ножки. Они без ножек, наверное, сделаю из пробки какие-нибудь ножки. Либо в комплект, кто будет покупать, отдам ножки в комплекте. Очень хорошая акустика. Конечно, она такая формата полочник-напольник, но я бы даже сказал бы, что напольник. Ну, а больше как напольники. Вот. S90 вообще даже близко не стояли. Бас четкий, артикулированный, не каша какая-то. Обычно фазоинверторные компрессионники, они в кашу вгоняют. В основном бюджетная акустика. А этот нет, очень неплохо держит бас. Вот, они даже блестят, и их отполировал. Вот такие вот аппараты вышли. Не знаю, даже орех вроде. Вот, кстати, чистая Япония, внутренний рынок. Отлично поют, мне очень нравится. Конечно, хотелось бы оставить себе, но никак не получается. Вот. Никак не получается. Жена меня убьет просто. Очень хорошие напольнички. Прекрасно слушать попсу. Майкл Джексон, рок, Queen. Deep Purple, Pink Floyd вообще поразил меня некоторыми звуками. Кстати, высокочастотник тут стоит, бумажный,
не так он пищит, как, например, шелк на уши давит, когда, например, на большой громкости слушать. Ну или вообще, не люблю я просто шелковые высокочастотники. При долгом прослушивании они очень утомляют своими звонкими частотами. А эта акустика вполне неплохо справляется и с живыми, и с электронщиной, инструменталку берет вообще неплохо. Очень хорошая акустика, вот, так что рекомендую. Всего доброго, удачи. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш сайт. Пока-пока.